Мы сюда приехал на стройку заработать. Вроде бы стандартная история. Гость из страны ближнего зарубежья приехал в Саратов подрабатывать на стройке. Только работа быстро закончилась, а желание остаться в городе было настолько велико, что 22-летний молодой человек решился на отчаянный шаг. Я вчера 14 штук взял, и один сюда поставил, а второй другой улицу поставил, и задерживал. Проще говоря, парень занимался тайниковыми закладками в одном из спальных районов города. Полицейские задержали злоумышленника во время закладки очередного свертка белой смерти. При личном досмотре стражи порядка обнаружили и изъяли у него наркотическое средство, так называемый уличный героин, массой около 59 граммов. Буквально через час сотрудники полиции арестовали его товарища, ровесника и земляка, изъяв у него героин массой около 15 граммов. Кроме того, при обыске квартиры, которую сняли приятели, сотрудники полиции в холодильнике обнаружили и изъяли героин массой более 500 граммов. Губительная отрава была бережно завернута в 104 свертка из фольги. На данный момент задержанные стали фигурантами двух уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пункт Г части 4 статьи 28 точка прим Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается. Кстати, отделять героин от других веществ и определять массу чистого героина никто не будет, поэтому отвечать придется по всей строгости закона, который гласит, что за сбыт героина можно угодить в места не столь отдаленные – на 20 лет. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.